Здравствуйте. Сегодня будем отрабатывать навык расспрос пациента с виртуальным пациентом на Академикса 3D. Наш студент. Здравствуйте, меня зовут Молдахметова Зарина. Я студентка ОМК 221. Пожалуйста, выберите задачу, где зеленый. Угу. Выбери. Ну, изучение. Изучение. Сейчас мы в моем кабинете будем проводить. Расспрос. Будем изучать историю болезни и расспрашивать нашего пациента. Информация. Информация о пациенте. Сидоров Константин, возраст 32 лет, пол мужской, рост 67 сантиметров, вес 65 килограммов. Индекс массы тела 23,3. Сатурация 96. Ой, сейчас. Угу. Сейчас будем изучать жалобы. Угу. Определить жалобы. Что вас беспокоит? У меня мелькают мушки перед глазами. У меня головокружение. Меня беспокоит одышка. У меня слабость и повышенная утомляемость. Сердце болит. При каких условиях возникает одышка? Одышка возникает при усиленной физической нагрузке. Где именно болит? Болит за грудиной. При каких условиях начинается боль? Когда начинает делать физическую нагрузку? У меня снижение толерантности к экстремальной физической нагрузке. Мы узнали, какие жалобы у нашего виртуального пациента. Сейчас будем делать анамнез заболевания. Собрать анамнез заболеваний. Когда вы заметили первые симптомы? Впервые симптомы появились 1 год назад. Дальше как протекало ваше заболевание? Мое состояние постепенно ухудшалось. За предыдущий месяц одышка стала сильнее, появилось ощущение мелькания мышц перед глазами при усиленной физической нагрузке. Мы узнали анамнез заболевания, теперь анамнез жизни. Чем вы болели ранее? Мне в 20 лет вырезали аппендицит. Был ли у вас гепатит, венерические болезни или туберкулез? Нет, я не болею туберкулезом и не контактировал с такими больными. А есть ли у вас вредные привычки, алкоголь или курение? Нет, не курю и не пью. Состоите ли вы в браке, есть ли у вас дети? Нет, я холост. Расскажите, чем болели ваши ближайшие родственники? У отца ВПС, двусборчатый клапан аорты. Вы работаете? Расскажите о вашей работе. Я работаю фотографом. Где вы живете и каковы ваши материально-бытовые условия? Я живу в городе. Мы закончили расспрос пациента. Спасибо вам большое.